Сейчас театр появится, театр появится. А что, вы туда, оттуда будете, да? Да, мы заходим как в парк. А может вам музыку включить? Давайте, да, ходите. Давай. Тогда сейчас уйдите, будете паровозом. Сережа, а можно включить музыку номер 4? Вот из тех, из той, что я дал. Сейчас он. Поехали. Поехали. Снизить противность, но в этих глазах не затихала агрессивная интенсивность. И я поймал маршрутку, думаю посидеть в покое, но и тут укоры у людей вызывало мое горе. Нет, горя, конечно, не было, просто я себя чувствовал не очень, а эти взгляды оценивающие сверлили от мозга до почек. Я пытался не смотреть на них, я смотрел в окно на природу. Я ненавижу этих людей, я ненавижу эту погоду. Вот я иду по городу. Ох ты! Это же Румянцевский сад! Как же мне тебя описать словами, Румянцевский сад? Скажу-ка я так. В Румянцевском саду, словно уставшая прохлада, устала в воздухе висеть и стала падать вниз. Ложится по земле, словно одеяло, и расслабляет мою жизнь. И люди в нем сидят и дышат прохладой лиственных речей. Фонтаны там с водой играют, журчит фонтан, словно ручей. Ох уж этот прищур и взгляд, обращенный в пол. Все тебе напомнится, все тебя рухнется, помни и береги. Все тебе напомнится, проводы в тулынье. И слабеют ноги, и сводит рот, улыбаться тянет так же, как и реветь. Собирайся, думай, что этот ток — лишь сигнал на теплую электросеть. Лишь случайный вытек при взгляде на прикасание рук, все равно, что тел, никаких иных не осилишь тем, кроме той одной, что живет тебя изнутри. Посмотри, я ужасно бедна снаружи, хоть чертовски смотрю. Гитары, красное вино, кальян из ласточек собачек, вальяжно спит седой туман, искусство ветра белых строчек. А чем вы не шагаете-то? В калейдоскопе синих дней секунды сыплются откуда, горячим выдохе морей бурлюк восторженное судно. Из фиолетовых теней раисы поздние моргают, в их комнатах давит, зевают необоснованные сны. Везде колючие сорта дремучих гоблинов камины. И лишь гитара со спины мне кажется кусочком торта. Даешь. Спасибо, представляю. Дима Сергей. Спасибо. Макс Куля. Необходимо. И Наталья Андреева. Хорошо. Спасибо, ребят. Ну, мини-импровизация.